Убийство мне не по душе, капитан. Если бы вы сдались, были бы сейчас невредимы. Провались ты в ад! Тебя вздернут на виселице, как и тех в Бостоне. Объявлено прощение. Капитан, мы обыскали трюм. Груз так себе, но нашли лекарства, на них печать Чарльстона. Спасибо, Хэнс. Нассау не вернуть к жизни, полагаясь только на силу и случай. Нам надо плыть в Чарльстон. Эй! Ну что, мы победили? Боюсь, не создан я для стези пирата. Чересчур это утомительно. Встретимся в Чарльстоне спустя ровно месяц. О, Боннет! Наконец под своим флагом! Да, мы с Черной Бородой расстались. Пора попытать счастье самому. Поздравляю! Да, все к лучшему. Надеюсь, мне будет о чем рассказать при встрече. Эдвард! Ваша дружба ценнейшая, что я обрел в этих морях. Дороже золота и рома. Я благодарен за мужество, что вы вселили в меня. Спасибо! Удачи вам во всем! Неужто дома вас не любят? Неужто жены, родня и друзья совсем не ждут вас? Как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе? Заложники в обмен на лекарства! Больше ничего. И что? 6 дней треклятой полной тишины. Я делаю вывод, что вы изгой в Чарльстоне. Пусть лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам, а кости на растопку. Клянусь! И вот мой выбор. Убить вас, либо взять к себе на службу. Нелегкое решение, но колебаться я не стану. Здравствуй, Эдвард. Ты в своем уме, друг? Весь Чарльстон это видит. В том и суть. Видит око, да зуб не имет. И где лекарство? Я послал отряд торговаться с губернатором.
Прошла уже неделя. Нет ответа. Я разберусь. Дай мне день. Какое-то движение. Солдаты? Да, и они спешат. Пойдем за ними. Иначе нас может ждать неприятный сюрприз. Что задумал? Черная борода уже 8 дней держит заложников. Думаю, кто-нибудь да приготовил лекарство. А, но они тянут время, ищут способ не отдавать. Да, давай найдем их и будем верить в лучшее. Осторожно, мы у сторожевой башни. Пустить паруса. Отдать гроты. Отдать лизеля. Чудо, если нас не заметят. Рифи гроты. Ставь паруса. Там еще башня. Убавь паруса. Пол паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему. Осторожней, берега. Просто так не пройдешь, капитан. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! Я их вижу, вон там. Надеюсь, река не станет хуже. Кораблю нужен океан, а не тихая заводь. Сядем здесь на мель и выберемся. Отдать гроты. Смотри, чтобы нас не заметили. Ставь паруса. Все. Аккуратней, капитан. Убавь паруса. Спустить паруса. Они уходят. Значит, оставлю галку тут. Я вернусь с лекарствами. Ясно.
огонь вырывается, как из вулкана. Если он и не сам дьявол, так точно заключил с ним сделку. Хорошо, его корабль на якоре не пытается прорваться сердце Чарльза. Чёртовы пираты, и когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Всех до одного. Чувствую. Мох. Крокодил видел сегодня? Клянусь, что-то подплывало мимо лодки. Нет. Ночь тихая. Уверен? Я услышал шум в воде. Ты расшумелся. Иди уже. Капитан ждет. Тебя ждут. А ты знаешь? Господи! Ели! Говорил я! Греби, бога ради! Греби! Я говорил, там кто-то был! Я говорил! Господи! Главное, унести ноги! Рядовой Саймон, этот крокодил... Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора? Сдаться? Мне доверили дела в этом городе. И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключ у меня, никто не доберется до этих лекарств. А их всех пусть поразит чума. Чертов идиот. Что? Пираты! Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец!